Уэнсдэй, с последней парты напишу тебе песню, но не для топ-чарта. Девочка Уэнсдэй, с последней парты напишу тебе песню, но не для топ-чарта. Девочка Уэнсдэй, грустный эмоджи, ты мне нравишься тем, что ни на кого не похожа. Так, теперь делаем голос лаком. Я когда трансляцию вела, вот недавно в лаке, я на корни сделала, я потом... Да, Давид! Сейчас тебе в лицо, блин, пшикну. Я просто проверю. А? Ну, ты выкатишься, покажи мне. А потом, прикинь, тебя найдут, он просто падает и сломает спину. Трэш. Ребята, это трэш. Я боюсь. Я боюсь. Ну ладно, я если что, какую-нибудь хрень скажу. Много, если честно. Мне кажется, Валёчий быстрее. Он громче, чем я говорю в микрофон, мне кажется. Я, честно, просто в шоке, как вас много, правда. Я вас всех очень сильно люблю. Итак, ребята, на сцену выходят тайные гости. Я просто в офиге. Наверное, вы все в шоке, да, сейчас? А вы знаете вот этот танец, короче, вот этот танец? Одну строчку можно из него? Покажи мне любовь, детка, ты же знаешь! Покажи мне любовь, детка, ты же знаешь. Ты со мной лишь на ночь, ты же понимаешь. Я не буду с тобой, да. Раз, два, три, четыре, пять. Люблю деньги умножать. Мне не надо их считать. Я вечно буду кайфовать. Раз, два, три, четыре, пять. Люблю деньги умножать. Мне не надо их считать. Я вечно буду кайфовать. Это я в Дубае. Лайки я снимаю. Школу прогуляла. Никого не замечаю. Что хочу, то покупаю. Бабки я сливаю. Залетаю в сумму, сумку дизель за. Раз, два, три, четыре, пять. Люблю деньги умножать. Мне не надо их считать. Я вечно буду кайфовать. Последний парт, напишу тебе песню, но не для тот.
но веришь в любовь. Так же, как я, yeah. В воздухе все время между мной и тобой. Что-то летает в нашей с тобой встрече, как второй сезон. Думал, не замечен, думал, во френдзон. А друг друга разбиться, как она и я. Она и я, это авария. Девочка Wednesday, с последней парты напишу тебе песню, но не для топ-чарта. Девочка Wednesday, грустный эмоджи. Ты мне нравишься тем, что ни на кого не похожа. Девочка Wednesday, с последней парты напишу тебе песню, но не для топ-чарта. Девочка Wednesday, грустный эмоджи. Ты мне нравишься тем, что ни на кого не похожа. Давить, не надо никого толкать. Спокойно подошли, сфотографировались, ушли. Как только будет кого-то давить, либо куда-то будете прыгать, мы останавливаем это все. Ребята, спокойно. Отойдите назад. Очень много детей, пожалуйста. Ребята, назад, назад. Со сцены назад уходите. Итоги сходки. Мы поняли, что мы не лохи, потому что мы собрали достаточное количество людей. Ну типа понял, и немного, и немало, но вот столько есть, да, немножко. Вот. Дальше что? Спели треки. Ну, никакие. Артисты. Все остались довольны, поснимали видео. Итог сходки, позитив, добро, хорошо. Мы не сфоткались со всеми, я не дала автограф, который хотел. А почему? Потому что началась, короче, давка, прям очень многие начали плакать. Я видел, там девочки прям стояли, прям давили просто в забор, и прям живот вот такой в забор просто. Ну, если честно, я в потому шоке что если бы я продолжила, ну, как бы, то началось бы намного хуже, мне кажется. Это вообще не описываемо. Давид, хочешь бы что-то сказать? Нет, если честно, я реально в шоке от того, что вот все орали, и каждый трек знают все абсолютно. Это реально очень заряжало. Нет, я, кстати, заметил, там была девочка, она вот так стояла. Я обиделся на нее, реально. Хорошо, у меня плохое зрение, ничего не видела. Там просто некоторые ребята кидали твердые предметы, какие-то подарки, и прям на сцену. Мне чуть по голове не попалось, что я, типа, не отвернулся, просто в шоке было. Плюс там был какой-то мальчик странный, он кинул телефон на сцену, и у меня телефон был, типа, под юбкой. Ну, хорошо, мне там шоу. Милана, я тебя люблю! Милана! Милана, мы тебя любим! Я фанатка Милана! Милана, я тебя люблю! Девочка Wednesday, грустный эмоджи. Ты мне нравишься тем, что ни на кого не похожа. Девочка Wednesday, с последней парты напишу тебе песню, но не для топ-чарта. Девочка Wednesday, грустный эмоджи. Ты мне нравишься тем, что ни на кого не похожа. Девочка Wednesday, с последней парты напишу тебе песню, но не для топ-чарта. Девочка Wednesday, грустный эмоджи. Ты мне нравишься тем, что ни на кого не похожа.